И в завершении выпуска о спорте. В Люберцах торжественно стартовал 28-й открытый всероссийский турнир по боксу имени мастеров спорта Капитонова и Кузина. В этом году выросла география и количество участников. Так, на ринг выйдут почти 180 спортсменов из более чем 50 регионов страны. Турнир пройдет в течение 4 дней. По итогам победитель в каждой из 10 весовых категорий получит не только кубок, но и звание мастера спорта. 12 лет на ринге, 180 боев и титул победителя первенства по боксу в Центральном федеральном округе. Иван Буракас – один из сильнейших спортсменов Московской области. На всероссийский турнир в Люберцах он приехал из Можайска, чтобы получить новое звание. Выполнить мастера спорта хотелось бы. Это цель первая такая стоит. Там, кандидата в мастера спорта выполнил там, 2 года назад. Теперь, конечно же, мастера спорта и дальше уже двигаться, отталкиваться от этого. Но, вероятно, достичь этой цели сегодня Ивану не суждено. На всероссийском турнире спортсмену достался более сильный соперник из Санкт-Петербурга. По закону олимпийской системы отбора финал увидят только победители боев. Соревноваться боксеры будут в течение нескольких дней, одновременно на двух рингах люберецкого ФОКа. В день открытия участников приветствовали первые лица региона, округа и организаторы мероприятия. Друзья мои, красивых боев! Хорошего турнира и всем хорошего настроения с праздником. За 28 лет существования турнира география его участников разрослась до небывалых размеров. В этом году посоревноваться на всероссийском уровне в Люберцах съехались представители более 50 регионов страны. И это вполне ожидаемо, ведь когда-то на этом турнире свои титулы получали теперь уже знаменитые боксеры. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко боксировал здесь и выиграл эти соревнования. Баланов Андрей также участвовал. Алексей Тищенко тоже участвовал. Поветкин, да. Очень много известных боксеров прошли через наш турнир. Я считаю самыми большими, самыми объемными, потому что присутствует 175 боксеров, попало в сетку. Финал соревнований состоится 17 февраля. В этот день судьи объявят имена чемпионов каждой из 10 весовых категорий. Помимо этого, победителям присудят звание мастеров спорта по боксу. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.